Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Как вы видите, у меня в тазике первые весенние цветы, которые сейчас уже начинают продавать, это гиацинт. Гиацинты мне очень нравятся. Они прям вообще пахнут уже весной. Такой аромат в доме. Но они у меня так быстро раскрылись вообще, моментально, можно сказать. И тянутся, конечно же, к свету, потому что у меня просто такая задумка. Я хочу их посадить в ящичек и поставить на кухню, на разделочный стол. А ящичек я, ну, конечно, что дома было. Вот такой ящичек из-под коньяка. Думаю, что же он будет пропадать. Вот такой вот. И решила я в него посадить гиацинты. Ну, естественно, они будут расти у меня дома. Ну, а потом я их отправлю на покой. До следующей весны. Но сейчас немножко вкратце скажу, что это за растение. Это у нас луковочное растение, семейство спаржевое. А ранее выделялся в собственное семейство гиацинтовые. Или включался в семейство лилейное. И история происхождения названия цветка очень красивая. Я вам сейчас расскажу. Название цветка происходит от древнегреческого мифа о спартанском принце Гиацинте, возлюбленном Аполлона, которого тот случайно убил во время игры в метание диска. И из крови которого, по легенде, появился этот цветок. Вот такой красивый цветок будем с вами сегодня садить в ящичек. Гиацинту требуется рыхлый грунт, в составе которого должен присутствовать песок. Обязательно. Здесь у меня идет кокосовый субстрат, универсальный грунт. И я добавила вместо обычного песка кварцевый песок. Он тоже, в общем-то, хорошо разрыхляет. На дно обязательно я насыпала керамзит. И сейчас добавлю понемножку вот так вот земли. Она такая прям рассыпчатая получается. Ну, я больше, конечно, это делаю как бы для интерьера, можно сказать. Вот прям я говорила, что я хочу на кухне поставить этот ящичек. Поэтому мне нужно было именно деревянный ящичек. И он мне просто идеально подошел. И сейчас я просто... Корневая система-то вообще хорошая, кстати. О! Луковочку углублять не нужно. Вон какие корешочки-то. Вот так вот поставлю. Ну, конечно, вот наклонились, но ничего страшного. Так, я хочу по сторонам поставить вот такого цвета. О, разрослись-то как. Придется, наверное, какую-то здесь им делать, не знаю, опору, что ли. Потому что вообще не стоит. Просто падает. Так, сейчас розовый. Аромат такой вообще. Классный. И вот такой у меня белый еще, но он у меня еще просто докупила. Бутоном не было. Пришлось взять такой. Эти тоже, кстати, ну, у них были немножко бутоны видны. Но очень-очень быстро
бутоны раскрылись вот так. И теперь я буду засыпать. Конечно же, я эти луковицы приобрела в магазине. Но когда они отцветут, я попробую их сохранить. И весной опять их посадить. Обязательно сниму видео, как я буду убирать их на зимовку. Луковочки нужно полностью не присыпать, вот как раз они так хорошо получаются. То, что ящик деревянный, ничего страшного. Я буду их аккуратно поливать, чтобы не перевивать их. И все. А так они очень будут смотреться хорошо. Не получается, чтобы не насыпать земли. Здесь вот луковица что-то вообще прям вся ходуном ходит. Хочу ее закрепить грунтом. Замдиректора смотрит, что я делаю. Смотрит, чтобы все правильно делала. Да, Баля? Сейчас я их немножко вот так вот утрамбую им землю, чтобы они хорошо стояли. Ну, вот это вроде тоже сейчас стало плотненько. Гиацинт требует, конечно, хорошего освещения. Они даже у меня, видите, к солнцу-то все наклонились. Ну, а так получилось. Сейчас я покажу, куда я это поставлю. Но так как большее время я провожу на кухне, решила я украсить себе стол здесь гиацинтами. Так что будут радовать мне глаз во время готовки. Но мне кажется, хорошо получилось. Я здесь их маленько пришлось их подвязать. То есть палочки тут бамбуковые им поставила, потому что они прям сильно прям залегли. А так вот вроде хорошо. Увидимся в следующем видео.